В этом видео мы покажем пример установки GPS-мониторинга и контроля топлива на мусоровоз MAN с одним баком. Система GPSM состоит из бортового GPS-трекера и датчика уровня топлива. В бак устанавливается высокоточный датчик уровня топлива ProSensor с максимальной погрешностью до 1%. В кабину устанавливается GPS-трекер GPSM Pro с выносной GPS и GSM-антенной. Точность GPS до 2,5 метров. Данные о местоположении техники и уровне топлива поступают в режиме реального времени и передаются в систему GPS-мониторинга MyGPSM, которая включает в себя веб-интерфейс и мобильные приложения Android и iOS. За мусоровозом можно следить в реальном времени и контролировать уровень топлива. Также отображается история поездок за определенный интервал времени. Можно посмотреть пробег. Есть маркеры стоянок, остановок, заправок и сливов топлива. История хранится один год. В один клик можно экспортировать отчет в PDF со всей статистикой. Приложение отправляет уведомления в случае заправки или слива топлива, выхода из геозоны, ДТП, обрыва питания или глушения GSM-сигнала. Чтобы детально ознакомиться с системой GPS-мониторинга и контроля топлива, переходите на наш сайт, ссылка в описании под видео. Также система GPSM может иметь такие функции, как идентификация водителя, контроль прицепного оборудования, контроль данных бортового компьютера через коншину, онлайн-видеомониторинг, контроль температуры в рефрижераторе. По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Мы оперативно ответим и вышлем коммерческое предложение для вашей техники. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики на тему GPS-мониторинга транспорта.